Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как связать снасть на литкоре для ловли карася и карпа на стоячем водоеме. Подписывайтесь на канал. Будем дружить каналами. Все. Приятного просмотра. Ну что, берем отрезок литкора. И начинаем с ним работать. Начинаем вязать петлю. Вставляем сюда сразу вертлюжок. Это для того, чтобы крепить поводок. Все. Вот она, петелечка наша готова. Теперь с этой стороны обрезаю лишнее. Потом обе петельки мы возьмем, проклеим. Теперь одеваю сюда еще бусинку для того, чтобы вот это вот ушко не входило сюда в середину этой кружечки, потому что там может быть не такая идеально получится чувствительная снасть. Вот такая бусинка. С этого конца тоже обрываю сердечник. Ну и далее все идет так же, как и раньше. Одеваю сюда бусинку на иголку. Так, бусинку одел и сюда ее в конец. Дальше одеваю вот эту кормушечку. Возьму кусок лески и продеваю нашу кормушку. Отсюда вот, с задней стороны. И теперь вот эту вот петелечку, вот она, петелечка, получилась от лески, завожу наш литкор. Все, кормушка наша сидит на месте. С другой стороны делаю тоже петельку для соединения с основной леской. Все, петелька готова. Опять же обрезаю лишнее. И проклеиваю это дело.
Все, клей застыл. Осталось сделать поводок. Беру шнур. Шнур где-то 0,2. Даже, наверное, он меньше. Вяжу крючок. Вот такой. И делаю поводок сантиметров 15-17. Лишнее обрезаем. На поводок ставлю вот такую трубочку. Она такая беленького, даже не белого, бесцветная такая. Вот сюда поставлю такую трубочку. Так, значит, этим я ее не возьму, иголкой, значит, придется лески протаскивать. Опять просовываю леску. Так, оба конца лески вышли. И вот теперь вот эту трубочку натаскиваем на поводок. Вот что получилось. Поводок получается в оплетке. Это будет способствовать тому, что поводок не будет перекручиваться, переплетаться с основной леской, то есть с литкором. Ну и все. Теперь на наш вертлюжок одеваем поводок, петля в петлю. Подтаскиваю назад трубочку. Все, друзья, вот такая вот получилась снасть. Вот она. Тут у нас кормушка с эксцентриком, кстати. Он, смотрите, всегда будет ложиться на дно, именно там, где груз. А вот это все это будет сверху. И дальше поводок с крючочком. Все. Будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал. Заходите в гости. Скоро уже, думаю, пойдем на рыбалку.